Итак, друзья, всем привет! Сегодня я вам покажу всего лишь одно упражнение, с помощью которого вы сможете выучить горизонт буквально месяца за 2-3. Ну, конечно, если будете с совестью его делать. Ну и чтобы не быть голословным, давайте посмотрим, как его делаю я. Да ты шо? Да, этот пацан мочит. Ну, это ж пишешь ты. Оп! Оп! Слабак. Итак, сейчас вы можете увидеть, в Ютубе рассказывают, нужна база под горизонт, нужно делать то упражнение, третье, десятое. Нет, ребят, вам хватит одного упражнения, и база вам особо огромная не нужна. Да, естественно, вам нужно там отжиматься 20 раз от пола, раз 10-15 делать на брусьях, не более. Я вам скажу честно, когда я учился горизонт, я использовал только одно упражнение, которое я вам сейчас покажу, и я подтягивался, наверное, ну раз 7 вроде бы, и отжимался на брусьях раз 15-20, не больше. Поэтому то, что нужна сильная база под горизонт, это, блин, миф. Я его научился без базы. Итак, как это упражнение выглядит? Его лучше начинать учить либо на полу, либо на параллепсах. То есть на вот этих стойках низких, которые вы ставите на пол. Ставим руки под углом 45 градусов, потому что если поставим так, то будет сильно заламывать кисти. У кого не гибкие кисти, это будет слишком больно. И начинаем по чуть-чуть переносить вес. У кого-то сначала будет получаться вот так, потом постепенно у кого-то будет получаться больше перенести вес. И когда у вас достаточно окрепнут плечи и спина, вы просто по чуть-чуть сможете отрывать ноги от земли. Оно будет выглядеть примерно вот так. И вот эти промежутки времени, когда ноги в воздухе, будут со временем постоянно увеличиваться. И ваша задача так продержать ноги в воздухе хотя бы секунд 10. Когда вы уже сможете в воздухе ноги продержать секунд 10, вам останется их только приподнять. Это уже намного проще. В конечном итоге вы дойдете до горизонта, и будет оно выглядеть уже как-то вот так. Ничего сложного, все, что нужно, это терпение, желание и постоянно об этом помнить. Это нужно держать в фокусе, потому что когда вы об этом не думаете, вы забываете, вы не полностью выкладываетесь, и оно, естественно, сказывается на ваших результатах, и этот процесс растягивается, к примеру, если вы можете его выучить, вам генетика позволяет за 2-3 месяца, вы это можете растянуть до года, до двух и так далее. На этом все. Больше добавить здесь нечего, в принципе. Есть, правда, разница. Ноги врозь, горизонт и фул. Но об этом мы уже поговорим в следующем видео. Пока-пока. Ой, ребят, чуть не забыл. Блин, когда вы еще учитесь горизонт, нужно помнить о том, что плечи нужно выводить вперед. Потому что если вы их будете назад проваливать, то горизонт у вас будет получаться не ровный, а вот такой вот, знаете, с прогибом. Оно не выглядит красиво, и вы в итоге нормально его потом не научитесь. Так что, теперь реально все. Пока-пока.